Куда? Не, на то поле нельзя. Это чужое поле. Вот. Ну там, Вася, у каждого, против каждого дома по кусочку огорода. Правда, огороды большие. Давай. Нравится, Илья? Да? Это они шли. Куда в лес? В лес? В лес? Что такое? В лес? Да. Давай не будем туда идти. Вот тебе на лес. Вот тебе на лес пошли. Пошли вам? Ну не знаю, не знаю. Люсечка, это надо с кем-то идти. Мама не знает. Мама плохо знает лес. А вдруг потеряемся? А ты хоть знаешь дорогу? Да пошли. Мам, мы с горы все увидим. Вы с горы все увидите? А как эти дома такие разные, что мы не увидим, какой наш? Давай, давай. А я знаю, потому что он цветочка. Нормально. Ломаю ветки вот с такой большой кучи для того, чтобы топить в плите и воду греть. Ну и в принципе в доме греть. Надо вот такие вот маленькие веточки, чтобы можно было бы растопить. Вот так вот. Вот тем, с чем я сейчас занимаюсь. Так, что у нас тут на плите? У нас тут бурячок варится. Так, тут вода греется. Тут вода тоже греется. Это все, чтобы посуду помыть, поубирать. Вот так вот на плите стоит вода, чтобы была горячая вода, чтобы можно было бы что-то делать. Так, надо подкинуть дров, потому что перегорит, не будет греться. Я подброшу дров немножко. Горело, чтобы не перегорело, и огонь не потух. Так. Так, я начистила картошки. Сейчас что-то будем готовить. А тут у нас лучок лежит. Почему лежит на полу? Потому что он начал прорастать. Мы думали, он подсохнет чуть-чуть и не будет так прорастать, но это ему не помогает. Все равно вот растет. Растет. И, наверное, есть смысл его поставить куда-то в баночку, чтобы было на салатик. Потому что природу не сдержишь, все равно будет прорастать. Сутки напролет включен телевизор. Потому что постоянно хочется понимать, что в стране происходит, как у нас продвигается наша победа. И постоянно работает телевизор. Постоянно, днем и ночью. Без телевизора просто как-то вообще страшно. И с телевизором страшно, и без телевизора страшно. И смотреть не хочется, страшно. И понимаю, что надо понимать, что происходит. Сейчас попью кофе и пойду в дом к детям.